Дорогие друзья, мировой бокс возвращается на экраны телевизоров. Он возвращается действительно на арены, он возвращается в ринг. Не так много времени прошло с момента поединка между Поветкиным и Суайтом, как мы сможем с вами уже видеть новое боксерское шоу, но с той разницей, что географически оно пройдет в нашей стране, в городе Москва, в Химках. 11 сентября этого года Федор Чудинов встретится с боксером, опять же, из Англии, Великобритании, Умаром Садыком. Этот бой пройдет весь 76 килограмм, это второй средний вес. Можно немножко поговорить о соперниках, конечно, разница в рекорде очень большая, но, как впрочем, разница в самом боксерском, в умениях, навыках, в опыте, она тоже велика. Федор Чудинов будет встречать у себя дома боксера из Великобритании, и как бы он ни хорохорился, что бы он ни говорил, это, конечно, подогревает интерес к этому бою. Но, тем не менее, скорее всего, те 11 поединков, которые он провел на сегодняшний день, все-таки не дадут ему права и возможность реально претендовать на какие-то очень серьезные очки. Потому что Федор уже таких соперников, в принципе, проходил. Имеет богатый боксерский опыт, как справляться. И даже несмотря на то, что в некоторых его боях мы его видели, ну, когда бои проходили по очкам, видели несколько уставшим к последним раундам, тем не менее, эти раунды он все равно забирал в свою копилку достаточно уверенно. Скорее всего, в этот момент, ну, в этом бою произойдет точно так же. И именно англичанину придется что-то придумывать, а Федору в этой ситуации нужно будет просто отыгрывать свой план. И этот план, скорее всего, у него будет на все 100% выполнен, потому что некоторые недостатки в технике и в защите его визави как раз и сыграют ему плохую шутку. Скорее всего, Умар проиграет в этом бою. Нельзя сказать точно, будет ли это досрочная победа Чудинова или по очкам. Возможно, что бой будет переходить за экватор. Даже я думаю, что, скорее всего, он перейдет экватор. И развязка наступит где-то в 7-м, 8-м, 9-м раунде. Если этого не произойдет, то будет пройдена вся дистанция, в которой Чудинов, по идее, должен одержать уверенную победу. Удачи! Смотрите бокс, любите бокс!